5 рублей 2019 года. Крымский мост. Монета выпущена 12 марта 2019 года. Посвящена пятой годовщине референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. На аверсе в центре в две строки прописан номинал монеты, цифра 5. Под ней надпись «Рублей». Ниже надпись «Банк России». Под ней год чеканки 2019. Справа и слева стилизованный орнамент в виде ветви растения. В правой части аверса у самого канта между листьев растения знак Московского монетного двора. На реверсе задний план занимает изображенная на фоне стилизованных лучей солнца карта Крымского полуострова. На переднем плане центральный пролет моста через Керченский пролив. Гурт прерывисто-рубчатый. Монета из стали, покрытой никелем. Весом 6 грамм, диаметром 25 миллиметров, толщиной 1,8 миллиметра. Чеканилась на Московском монетном дворе. Тиражом 2 миллиона штук. Средняя цена 40 рублей.